Ну, кстати, мой компик. Ну, посмотрим, если будет подлагивать, пониже графику поставлю. Так, давайте, новая игра. А, вот, выбери сложный. Путешественная игра расскажет вам историю сражений. Сражения будут не так важны. Сбалансированное приключение, полное, ага. Тактика, сложная кампания, делающая упор на стратегию. Блин, вы посмотрите, даже как музыка, меню, вот это все очень классно. Очень классно, очень круто. Мы, естественно, на тактике идем. Кстати, Iron Man'а нету. Iron Man'а нету. Естественно, я всегда на самую сложную играю. Я в любую игру на самую сложную играю. Если есть Iron Man, я часто на Iron Man'е играю. Не знаю, куда мне, кстати, вебку деть. Пускай пока справа будет, потом посмотрю, куда она по интерфейсу нужна будет. О, это ролик, кстати, по-моему, который мы видели на предрелизе, который года 3 назад, наверное, показывали. Там, где какой-то вот этот Ктулху и драконы за ним будут лететь. А, не, погоди, это уже пойманные. Кстати, в роликах у меня 30 FPS. Какие-то пиявки, паразиты. Я, кстати, сюжет первого и второго Baldur's Gate даже не знаю. Ну, вообще, тут обычная фэнтези, но с примесью вот этих... Слушай, а разве так можно в глазницу залезть? Просто у меня когда линза там застревала, там как бы места нету, дальше она не улезет, линза выше века. Разве через глазницу можно пролезть? Блин, иди отсюда! Уйди! Жесть, блин. Не, ну в теории через глазницу в мозг-то можно попасть, но по-моему... А, надо еще перца же создать, да. Включить курс обучения. Всплывающее сообщение с курса обучения, по-моему, там освоится. Да, да. Ну что, 2 часа создания персонажа. Ну попробуем управиться хотя бы за полчаса, но мне кажется, тут 2 часа создавать. Так. У нас есть... так. А, мы можем создать персонажа, который уже со своей историей. Это как в Divinity, это опять же фишка этой игры. Ты можешь создать персонажа с нуля, со своей историей, со своей внешностью, либо взять уже готового персонажа, то есть какая-то у него будет история, которая будет рассказываться, ну, нам какие-то квесты выполнять. Вот, кстати, можно начать как раз вот эту зарчиху, которая там была. То есть можно за нее начать играть. Но опять же, это уникальное приключение, поэтому нужно кого-то нового создавать. Но, кстати, вот эти все персонажи, они нам будут попадаться по ходу игры. То есть с ними можно будет их в пати взять. Вот. Астарион. После 200... Блин, ну, кстати, шрифт, мне кажется, маленький. Чуть побольше бы шрифт. А есть тут... А, блин. А, вот, кстати. Можно как-то шрифт побольше сделать? Потому что для меня мелковат шрифт. Я еще слепой, блин. Так, игра, подсветка, просто шрифт у меня очень маленький, будет тяжеловато читать все это. Сейчас я поищу, если есть вообще, вот, не знаю, чуть-чуть побольше бы, резкость, блин, музыка шикарная, давайте даже музыку погромче. А, у меня и так музыка на максимум. Меня, кстати, музыка не перебивает, у меня просто в наушниках-то не очень громко. Я потому что в себе вот их в наушниках тихо сделал.
Повыше чуток общую громкость давайте. У меня, кстати, может еще в ОБС слабая музыка. Ну, там сейчас игра начнется, будем... Игра когда начнется, посмотрим. Так, интерфейс. Отображение журнала бою. Блин, фон в диалогах. Давайте. А, вот, размер, кстати. Во! 60 пикселей, размер. О, давайте на максимум. Но это именно в диалогах. Прозрачность. Ну, это только в диалогах, я так понимаю, да? Ну, не знаю, для меня почему-то текст, мне кажется, нужно побольше сделать. То есть, ну, вот прям... Чуть-чуть побольше. Видимо, они как-то не уложили, да? Ну, мне вот, например, тяжеловато читать, я слепой просто. После 200 лет служения жесткому хозяину, вампирское отродье Астарион наконец-то обрел свободу. Свободу ходить под солнце, свободу искать могущество и свободу мстить. А, можно... А, можно вот так сделать? Hello, darling. Don't be shy. I promise not to bite until we... Этот же вампир с друидом там почпокался. My name's Astarion, and I've spent a century stalking the night, hunting for pretty mortals just like... Мне кажется, даже на стриме тяжело читать. Вот диалоги, да, здесь все хорошо. Made me what I am, kept me like a pet, forced me to do his bidding. No more. Жалко нету озвучки русской. Broke his dominance over me, and now I can finally pursue the one thing I've hungered for these long, dark years. Сейчас по звуку, кстати, нормально все? То есть нормально слышны диалоги? To track Cazador down in his lair. I'll be the last thing the bastard ever sees. Ну, то есть мы можем каждого отдельно прослушать историю. Но мы собираем, да, своего персонажа. Так, может, у меня, кстати, в этом еще что-то изменилось. А, у меня... Не, все правильно, все нормально. Давайте на максимум поставлю. Я просто, ну, надо настроиться, чтобы потом не отвлекаться. Давайте на максимум громкость поставлю. Ну, почти на максимум, так. Так, ну, у нас получается есть, получается... О, кстати, вот этот чувак на джедая похож. Мне что-то на этой аватарке он джедая напомнил. То есть есть вот эти персонажи, они нам будут попадаться. Это, кстати, какой-то демон-орк. Или что-то типа того. Так. Человек-колдун. Так. Блин, сколько же тут параметров? Пипец. Я говорю, ну вот сейчас нам не хватит. Так. Биографию настроить, внешность. Ага, вот, все. Блин, сколько тут всего! Случайно, да? Так, давайте по расам определимся. Я, наверное, за человека хочу играть. Тут есть эльф, есть тифлинг. Тифлинг происходит от дьяволов. Блин, ну реально шрифт маленький. Почему они на релизе такой шрифт маленький сделали? Неужели на предрелизной версии никто не обращал на это внимания? Тифлинг происходит от дьяволов девяти кругов ада. Файруния к ним относится с недоверием. К счастью, мистический способность помогает им выжить. Стандартная скорость расы. В темноте видит вас. Блин, очень мелкий шрифт. Блин, мне будет тяжело всю игру играть. Дроу. Это какой-то темный эльф, да? После заточения подземелья большинство дроу стали придерживать безжалостно прагматического взгляда на мир. Однако, если дроу... Дроу-лос... Блин, ну реально, у меня, не знаю, тяжко читать. Ближе монитор, что ли, поставить. Божественных эльфов. Все. Ну да, это какие-то темные эльфы. Человек. Люди, самая распространенная раса Фаеруни, они настойчиво изобретательны, очень
плодовиты. Чпукаемся много. Ой, это какие-то полуорки, что ли? Гитьянки. Рабство свежеватель разума воспитало в гитьянке беспощадность, и они бороздят астральное море на красных драконах, обрушивая серебряные мечи и псионическую мощь на любые среды. Ага. Астральное знание. Фокусы. Дворф. Дворфы крепкие и суровы, как их каменные жилища. Лучшие воины, рудокопы. Ага. Полуэльф. Полуэльф, но я так понимаю, это человек и эльф. Любопытный, честолюбивый, талантливый. Им везде рады, у них нет ни родины, ни общины, поэтому порой им приходится трудно. Миви создать. Не, я себя создал. Себя буду создавать. Полурослик. Хоббит. Можно, кстати, Фроду создать, да? Домашний уют любит. Отличный искатель приключений. А, нет, гном еще есть, кстати. Видите, есть полурослик, а есть гном. Неустанно следуется. Ага. Драконорожденный есть. Гордая раса после всего почитающая клановость и мастерство. Когда-то они были порабощены драконами, а потому вечно стремятся к самостоятельности, не желая покоряться никому, даже богатым. Полуорк. Ну, я думаю, я за хумна буду играть. Я привык за хумнов играть везде. Так, давайте выбор. Так. Внешность. Так, а нам где мужика выбрать? Или это девушка, мужик, где тут пол? Так, биография. А, это просто случайный выбор. Так, человек. Особенность расы, кстати, вы можете переместиться на 9 метров. У вас есть умение обращения с оружием, копьями, пиками, алебардами, глефами, а также умение обращаться с легкой броней и щитами. Выберите дополнительный навык, в котором у вас будет умение, ваш грузоподъем увеличится на четверть. Особенности. Ну, особенности это все такое. Это типа в начале как-то дает бонус, но в целом это ничего страшного. Так. А, ну вот типа три тела, да? Так, давайте... А, вот здесь по внешности, да? Угу. Where to next? Так, а почему на... What was that? Ага. Let's hope the locals are friend pals. Something just woke up down here. Мы можем создать мужика с женским голосом, кстати. Блин, я хочу волосы поменять. Дайте мне другие волосы. Цвет кожи. Ну, у нас такой. Я все-таки аристократичный внешности. Такой белый. Максимально не загоревший чувак. На солнце редко бываем. Хотя вот здесь нормально так. Блин, что это за внешность рандомная? Синие волосы, губки намазаны. Жестко. Шрамы. Так, я без шрама буду. Возраст. Но я молодой. Количество веснушек 0. Так, этого нет. Гениталии по умолчанию. Пенис Б, пенис С. А где пенис? А, понятно. Понятно. Так. Так, понятно, можно и без пениса быть, окей. Ай. Ясно. Возьмем обычный пенис Б. Так, боди-арты. Ну, я без боди-артов. Глаза. Так. Сине-зеленые, кстати. Интересно. А можно серо-синие? Серо-голубые даже.
В принципе, сине-зеленые тоже окей, у меня примерно такие же. Так. А, можно разные глаза сделать, прикольно. Это как это называется? Хрома, что-то там. Не особо отличаются, да? О, слушай, классно. Или серый все-таки. Макияж. Можно без макияжа, пожалуйста, мне? Блин, ну я не хочу макияж. Что-то я какой-то слишком сладенький. Так. Причесочку, причесочку. Надо где-то найти мою прическу. Блин, почему такой цвет? Цвет жесткий. Так, а седой есть? Чу седым. О, пепельный. О. О. Похоже на мою прическу, да? Нормально. Какой-то у нас пока сладенький чел. Милирование. О. Блин, как губки-то мне поменять? Макияж. Можно как-то вообще его... А, это глаза, блин. Цвет макияжа глаз, оттенок губ. Как мне оттенок губ сделать такой, чтобы у меня макияжа не было? Блин, ну что за это? Макияж, блин. На танцы, что ли, собрался? Так, волосы вроде норм. Борода и усы. Блин, такой, такой сладенький. Просто прикинь, губки красненькие и борода такая жесткая. И такой чисто в этот, в бар заходишь такой, на этот. Мне Лонг-Айленд, или не, или мне какой-нибудь персиковый шнапс. Какой-то у меня слишком сладенький персонаж. Блин, а как губки сделать другие? Где тут губки-то сделать? Блин, музыка классная. Они у меня почему-то не меняются, оттенки губ. То есть белые, они все равно такие слишком розовые. То есть я хочу, чтобы они не такие накрашенные были. По-моему, у меня что-то сломалось. Он вообще не меняет. То есть оттенок губ не работает. То есть он как розовенький есть, так и есть. Ну что, сладеньким будем тогда? А, вот, смотри, кстати. О! Блин. То есть вот это дефолтные губы, да? Музон красивый на фоне. Блин, я хочу, кстати, второй глаз. Не знаю, все-таки может синим его сделать. Не, давайте серым.
Блин, не, ну короче, он просто, они все такие сладенькие губки у них в этом мире. Ладно, нормально. Так, прическа вроде неплохо, да? Ну это типа моя вот как прическа, да, такая. Такая дебильная, в которой я уже хожу 10 лет. Так, борода, ну наверное, я не знаю, но у меня легкая щетина есть такая, не знаю. О, у меня, кстати, вот так, у меня вот так растет. Не, да, не так. Во, вот так у меня, короче, растет. Это я, типа, если неделю не бреюсь, у меня вот примерно так. Не люблю бородку, я люблю гладеньким быть. Так, ну вроде нормально. Создали сладенького персонажа. Ой. Так, имя персонажа. Хоп-хоп. Так, погоди. Я еще не создал этого. А, квас там и все такое. Так, определили со внешностью. Ой. Блин, она сбилась! Блин! А как вернуть? А, блин! Я случайно нажал другую расу. Блин! А ёпта, опять заново все. А, какой у меня там был? Блин! Так, пенис Б у меня был. Блин, случайно нажал на расу. Ай. Так, глаза у меня были синие, да? Где? Вот, гетерохромия, да. Серый был. Так, макияж. Что там был? Макияж. Что-то там было, да? Так, волосы. Волосы где-то в конце были. Блин, руина. Сидишь, настраиваешь. Зачем они это сделали, что сброс? Нельзя там было как-то вернуться? Так, а где мои причесон? Блин, заруинил катку просто. Так, погоди, а где выбрать... А, вот оттенок, да? У меня вот этот вроде был, да? Блин, там такой прикольный этот, на меня похожий чел был. Румяный. Нормально. Блин, там на меня прям чел был похож. Я не помню, какое лицо выбрал. Блин, совсем другой чувак уже. Так, волосы были пепельные, точно, да? Так, а где причесон мой? Блин, а что-то прически прям до хрена сделали. Не вот это, у меня другая была. Какой-то ведьмак уже получился. Во, вот это, да? Он более-менее похож. Так, нейтральная седина. Так, этого не было, макияж. Так, гидрохромия, да, нормально. Ну ладно, нормальный, похож вроде. Блин, это слишком сладенький. Ну да, нормально. Так, оттенок кожи. Ну, примерно так. Главное сейчас на расу опять нажать. Блин, ну там я, по-моему, красивше был. Окей, назад. Так, все, эту не трогаем. Ну, с истинами, ну, прикольно. Так, сейчас. Блин, у меня что-то насморк пошел. Ой, блин, тут сколько этих чего классов. Я говорю, тут на час создавания персонажа. Варвар есть. Сильный принимает свою звериную природу, острое чутье, первобытная мощь и неиссякаемая ярость. Подробности.
Оружие, простое оружие, боевое оружие, легкая броня, средняя броня, щиты. Ярость. Но я хочу магом играть. Есть у нас бард. Видимо, на подсосе у нас, да, работает. По-моему, бафает. Исцеляющее слово, да. Ну, это чисто, чисто бафер. Получает две незначительные. Угу. Жрец. Друид. Воин. Монах есть. Блин, очень много разнообразных челов. Возложение рук. Следопыт. Лут. Чародей. Так, вот мне нужно определиться, что у нас чародей, что колдун и что волшебник. Я, наверное, все-таки хочу... Мне нравится в таких играх некромантом играть каким-нибудь, когда ты самонов поднимаешь. Но мне не нравится и магом играть. Но магом обычно топорно получается, ты там заклинаниями всех просто жохаешь. А типа всякие призывники, они прикольные, там типа много всякой херни. То есть будет выбор вот между тремя этим классом. Чародей. Прирожденный заклинатель магии достается ему в наследство либо в дар. Кинжалы, боевые посохи, легкие арбалеты. Какого хрена у нас чародей с арбалетом может обходиться и с кинжалом? Фокусы. Пробирающий до костей холод. Некротический. Не позволяет цели исцеляться до вашего следующего хода. Цель нежить получает помеху при бросках атаки. Что бы это ни значило. Впилят кислоты. Бросьте пузырь кислоты, наносящий урон всем существам, которые он заденет. Следующий бросок атаки получает преимущество. Одновременно действует лишь одна цель. Заклинание. Хроматический шар. Метнуть. Блин, реально шрифт маленький. Блин, тут какие-то кубики. Метнуть сферу, которая наносит 3-24 урона громом и с некоторой вероятностью создает поверхность, или же вы можете выбрать другой тип урона. Волшебная стрела. Сила. От силы, кстати, зависит, да? Так, колдун у нас. У колдуна, как, кстати, что-то получает ячейки заклинания колдуна. Стоит лучше от рискующей энергии. Простое оружие, легкая броня. Колдуны связаны договором со своими всемогущими покровителями, и в обмен на запретность дарует им сверхъестественные возможности и уникальную магию. Волшебники, мастера магии специализируются в различных ее школах. Они прекрасно умеют объединять древнюю магию с современной наукой. Почему арбалеты-то? Какого хрена арбалеты для мага? Огненный снаряд. Урон огнем. Создает призрачную руку, которая может манипулировать объектами и взаимодействовать с ними. Снизить скорость перемещения цели. Холод. Ну вот это типичный маг, я так понимаю, да? Магический доспех. Защитить цель от атак. Увеличить ее класс брони. Облако тумана, ослепляет, затемляет. Что-то как-то заклинание сразу много. Масло создает. Громовая волна. Сон. Блин, сон прикольно. Восстановить ячейки заклинания вне боя. Так. Ну, волшебник это так, я так понимаю, самый базовый. Возможно, колдун и чародей. Чародей, я так понимаю, возможно, будет с какой-то вот некротической силой. Главное сделать большой че. Я не знаю, я выбрал че на вариант Б. Блин, слушайте, мне кажется, музыка стала громковата. Давайте все-таки чуть музыку я потише сделаю. Мне кажется, громковато. Я так понимаю, чародей, короче, это все-таки больше вот некромант какой-то получается. Колдун, вообще непонятно, что колдун какая-то хрень. А волшебник это чисто-чисто вот маг. Так, а что по параметрам, кстати? Самая важная характеристика вашего класса, она влияет на шанс попасть по врагу вашим оружием или заклинанием, также наносимый при этом урон. А это харизма, он чародей от харизмы идет. А, кстати, вот волшебник чисто от интеллекта.
Так, сила. Мышцы и физическая сила влияют на эффективность использования оружия ближнего боя. Также определяет, насколько далеко вы можете прыгнуть и сколько можете унести. Проворство, реакция. Угу. Выдержит физическую выносливость, нам максимально очков здоровья. Интеллект, память и могущество ума помогает творить заклинания волшебникам. Каким-то 5 испытанием. Вообще ничего не понятно. Мудрость, чувство, интуиция помогает творить заклинания жрецам, друидам и следопытам. Сила характера помогает творить заклинания барда, паладин, кулдаун, чародеям. То есть, все-таки, наверное, берем волшебника, потому что он типичный маг, вот, типа, основной, потому что колдун и чародей — это уже какие-то подсосы. То есть, немножко они на подсосе работают. И у них разное, короче, количество заклинаний. Ну, давайте пока на волшебнике остановимся дальше. Есть фокусы. Выбрать фокусы. Измените свой набор фокусов, выбрав заклинание из списка. Фокусы не расходуют ячейки заклинаний, их можно творить когда угодно. Некоторые заклинания требуют от противника пройти испытание. Чем выше класс сложных заклинаний, тем сложнее ему противостоять. Блять, что? Что здесь вообще за... Бонус к атакам заклинания в ближнем бою. Действительно, атака заклинания повышает шанс попадания для брони заклинания. Очень много всего. А, вот, мы типа 3 стартовых выбираем, да? А, я могу и кислоту выбрать. Это короче, как в Divinity, базовые заклинания, которые, они как база идут. Так, у нас, ну, огненный снаряд, наверное, ставим, как бы огонь вначале, по идее, хорош. Магическая рука, которая взаимодействует с объектами. Это типа телекинез. Так, и снизить скорость передвижения, да? Всплеск кислоты. Угу. Создает струю ядовитого газа. Цель не может использовать ответное действие. У этого заклинания есть преимущество против существ металлической брони. Оберег от оружия. Получает только половину урона от дробящих, колющих и режущих атак. Получить преимущество при проверках харизмы против невраждебных существ. По окончании действия заклинание жертвы может быть недовольна тем, что вы ее колдовали. Блин, сколько тут всего? Просто я еще не начал играть, я еще в меню создания персонажа, я уже от потока информации охреневаю. Пляшущие огоньки. Осветить местность. Одновременно действует лишь на одну цель. Напитать объект аурой света. Создает иллюзию, которая заставит находящихся поблизости существ выяснить, в чем дело. Так, ну что, наверное, базу и оставим. Я бы землю какую-то взял, потому что огонь с землей обычно в Divinity. То есть огонь, яд, вот это все, оно вместе комповало. Так, а заклинание? Ой. Ой. Заклинание. Выберите известное вам заклинание из списка. Для применения заклинания требуется ячейка заклинания, если только классовая особенность не отменяет этот... Ой. Сколько же здесь всего, ребят? Мне нужен срочно тортик какой-то. Блин, время пол-11, магазин уже закрыт, но у меня там пятерочка есть. Там ничего нет такого вкусненького. Ладно, давайте думать. У нас есть магический доспех, облако тумана. Это типа нам базу дают, которая типа какая-то хорошая база. Мне не нравится волшебная стрела, потому что она от силы зависит. Так, пылающие руки. Каждая воспламеняющая цель получает урон огнем. При успешном испытании цель все равно получает половину урона. Испытание ловкость. Я пока не понимаю вообще половину этих слов.
приворот гуманоида. Обворожить гуманоида, не давать ему атаковать вас, и получите преимущество при проверках харизмы в диалогах. Хроматический шар, метнуть сферу, которая наносит урона грома и с ней создает поверхность, или вы же можете выбрать другой тип урона. Ослепить существ, которых общая сложность до 33 хз. Поспешно, немедленно получить в качестве бонус на 10 рывок. Или... Блин, столько всего! Ложная жизнь. Нельзя иметь больше одного источника времени на хз. Получить 7 временных АЗ. Блин, не знал, нельзя столько информации давать. Урон от падения. Уход какой-то. Ай. Пароход. Ледяной нож, блин. Щит. Я не знаю, наверное, с базой заклинаний начнем. Просто тут столько всего, что сейчас разбираться, это мы еще тут часом будем сидеть. То есть возьмем, наверное, с базы, как есть. Просто мне вот эти волшебные стрелы не очень нравятся. Так, а вот здесь что такое? Происхождение. Шарлатан. В смысле я шарлатан? Вы знаток аферы и обмана, склонны к хвастовству и любите извлекать из него выгоду, искажая правду. Не, ну я не такой. Я не такой. Проницательность, религия. Ну нет. Народный герой. Возможно. А есть какой-то, вот типа, мудрец, да, скиталец? Вы любопытны и начитаны. Вас не иссякает жажда новых знаний, познавая тайны мироздания, вы исполняете решимостью, распознавая магию, взаимодействуя с зачарованными предметами. Знайте прошлое мира и населяющего народа. Ну да, мне нужно брать то, что от интеллекта зависит. Вот еще аристократ. Вы выросли в семье из высшего света, из детства привыкли к раз... Не, ну я не такой. История, да, и убеждения. Ну, мне на интеллект надо брать. Преступник. Да, у меня либо мудрец, либо аристократ. Ну, берем аристократ, мудреца. Так, способный... Так что такое? Привет, игра только скачалась. Нет, игру скачали давно, просто я же играл турик. Так, можно еще несколько очков умений распределить, да? Ваш бонус умений добавляется к проверкам характеристик, испытаний тех навыков, которые вы владеете. Давай сброска. Это мне типа игра распределила, да? Ага, все, я понял. Ну, как игра нам распределила, наверное, оставим. Здесь просто не кончается ничего. Так, то есть нам распределили 17 инты, 15 виталити, да? Ну, мы типа можем скинуть какие-то характеристики и добавить в другие. Нужна ли нам ловкость вообще здесь? Нам, кстати, 5 очков из ловкости выкинули. Но я в инту не могу добавить. Почему? Типа максимально? Оптимальные значения, да? Ну, это нам игра так распределяет. Ну, то есть, больше 17 интеллекта мы почему-то не можем взять. Типа, база 17 интеллекта максимальная.
Ну, давайте так. Оптимальные значения. Так, это что? Вы можете настроить умение навыков в списке внизу. Если у вас есть умение в определенном навыке, вы добавляете бонус к его проверкам, повышая вероятность успеха. Получаете бонус к каждому навыку, для которого у вас есть умение. Бонус увеличится при повышении уровня в вашем классе и применении ко всем проверкам этого навыка. Получаете бонус к каждому навыку, для которого у вас есть умение. Бонус увеличивается при повышении уровня к вашему классу. Так, магия, история, это нам дали, да? Расследование. Анализ улик, природа. Обнимайте с деревьями. Что за игра? Это игра под копирку с Neverwinter? Ну, по-моему, Baldur's Gate 1 был раньше Neverwinter, нет? Я не уверен, конечно, но это все D&D. Так, религия, природа точно нет. Расследование нормально, дрессировка. Нагладьте всех собак. Читайте людей, ситуация, распознавая ложь. Хорошо, медицина, распознавая симптомы, диагноз болезни. Так, я могу еще что-то добавить, да? А, типа, не-не, погоди. А как убрать? Я не хочу медицину. Блин, я хочу убрать это. А вот. Все. Так, то есть у нас есть бонус к расследованию большой, да, мы можем взять. Ага, все, я понял. То есть мы берем какой-то бонус большой. Религия, расследование, проницательность или медицина. Ну давай, да, проницательность, ложь будем распознавать. Расследование тоже хорошо, да, это по плюс 2. И что-то одно еще можно взять. Фигура силача, так, акробатика, это нет, взять пальцы в... Нет, 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 скрытность, нет. Внимание, наблюдать за окружающей обстановкой, замечать скрытые детали. Убеждение неплохо, мне кажется, внимание неплохо, за обстановкой замечать скрытые детали. Давайте, наверное, вот так. То есть проницательность, расследование и внимание. Убеждение можно было бы еще взять. Но я хочу внимание все взять. Так. Вот так. Да, блин. Сюда, вот так. Внимание, проницательное расследование. Так, хорошо. Здесь у нас бонус к интеллекту и мини-бонус к выносливости, правильно? Можно, кстати, взять к харизме. Давайте все-таки выносливость оставим, там все-таки вроде нормально это все. Так, и подготовить. Что такое подготовить? Заклинание одновременно. Можно использовать только заклинания из ограниченного набора. Выбирайте, какие заклинания хотите подготовить из общего списка известных заклинаний. Угу. А, то есть вот эти известные заклинания. Ага. Кстати, отталкивает существа, предметы, целительную почву. Слепление, да, какое-то. Тон, масло, доспех. Блин, очень много всего. Тяжело так разобраться. Вот по поводу заклинаний, не знаю, может что-то взять вместо волшебной стрелы. Ведьмовский разряд. Слепить. Давай, может, пылающие руки возьмем. Что там еще было у нас? Я уже забыл, какое заклинание было еще. Была стрела, а какое еще было? Масло было.
Волна, что ли, была? По-моему, волна была, да. Здорово всем. Лающие руки фигня, если как в старых вблизи работает. Давай проверим. А, да, кстати, она вблизи работает. Каждая, ага, да, 5 метров всего. Слушай, действительно. Да, давай тогда пылающие руки уберем. Давай возьмем что-нибудь другое. Давай дальнобойные возьмем. Все, что 18... А, громовая волна, кстати, тоже хуйня, она близкая. Но она отталкивает вроде. Это, кстати, волшебная стрела-то дальнобойная. Может, кстати, плавное падение взять? Луч болезни. Может отравить цель. Ядики. Кстати, вот это хроматический шар интересный. Тут гром или можно выбрать другой тип урона? Давайте хроматический шар возьмем. Давай вот так. Так, то есть создали вот такого персонажика. На меня немножко похож. Так, у нас он волшебник. База у нас ледяной луч, огненный снаряд и магическая рука. Я не знаю, ну что-то там, наверное, брать магической рукой, телекинезом. Да, давай так. Заклинание у нас тут такая хрень. Мудрец, способности так. Здесь так. Ну как-то так. Продолжить. Кавка. Создали, по-моему, какую-то хрень. Ослепление норм. А я ослепление взял? Этого заклинания? Слепота, кстати, я что-то читал. А, вот это, да? У которых общая сложность... А что ослепление дает? Они промахиваются? Ну тут 5 метров, это типа вблизи. Ослепление. А на что его можно взять? А, вот у меня облако тумана есть еще. Ослепляет и затемнеет попашню существ. Брызги только у нас ослепить. А как можно посмотреть, что такое ослепление конкретно? Там какой-то процент, видимо, промаха дает. Типа 50. Облако тумана. Школа воплощения, да? Насчет облака тумана, кстати. Ну, это против лучников, в принципе, тут 18 дальность. Давайте оставим, наверное. Хотя, а затемнение? Что такое затемнение? Может, я их тогда видеть не буду в нем. Это вблизи только действует. Ладно, мы все равно вот эти заклинания по ходу игры будем находить. И мы в любом случае все заклинания найдем. Нормально. Так, вам нужен хранитель, выберите одного. А что значит хранитель? А, где подсказка, что такое хранитель? Блин, мне еще одного персонажа, что ли, создавать? Я только одного час создавал. Так. А, мы реально... И еще одного персонажа будем создавать. А что за хранитель? Подскажите, пожалуйста, потому что тут что-то нету какого-то... Что такое хранитель? Ну, я не знаю, давайте рандомного, наверное, создадим. Кто играл в предрелизную версию? Что такое хранитель? Тот, о ком ты мечтаешь? Ну, он как-то на игру же будет влиять. Так, ну, мечтаю я, наверное, о какой-нибудь эльфийке.
будет во сне к тебе приходить. Так, все, ладно, больше не надо спойлеров. Высший эльф. Ну, пускай, я не знаю, ну, там... А, тут не надо никакие эти выбирать, да? Ну, давай какую-нибудь... Какую-нибудь вайфу себе создадим. Тоже с пепельными волосами. Сейчас себе вайфу сделаем. Люблю длинные волосы. Какая-то Йеннифер. Так. Нет. Это как... Это когда это... Блин, я даже... Я вот не понимаю девушек, которые вот такие губы себе делают. Зачем? Это специально добавили, да? Я люблю миловидную такую внешность. Без косметики, без всего. Good luck. Follow your А, только два голоса, да? Follow your instincts. Don't be afraid. Don't be afraid. Так. Создаем себе вайфу мечты. Возраст. Молоденько. Веснушки, кстати, люблю. Но не контрастные. Так, без артов. Ну, боди-арт там где-то на щиколотке, ладно. Тоже с гидрохромией. Так, а голубой... Кстати, у них голубой есть, а у человека голубого не было. Зеленые глаза вообще кайф. Блин, я уже хочу эту вайфу найти в своих снах. Ну, такой нормальный тоже. Темненький люблю такой. Да. Так, губки, губки. Не надо. Хорошо. Так, волосы. Волосы, в принципе, норм. Может, подлиннее какие-то? Нет, нет. Интересненько, но, наверное, нет. Ой, коса классно. Блин, я еще люблю вот такие эти. Тут нету, как этот, две косички такие. Нету, да? Блин, вот это классно, кстати. Ну вот почти так, но только вот без этих. Вот без этих бы, нет? Нету? О, кстати, прикольно. Такая прическа, короче, у Даши была. В прошлом году, короче, у пантерочки. У нее она себе такую прическу делала. Точно такая же была. Прикольно. Я думал, это какая-то выдуманная прическа, она даже в игре есть. Прикольно. Мало волос. Блин, вот без этих бантиков. Нету такого, да? Нет, нет, нет. Блин, вот это, кстати, такая тоже. Короткая, хорошенькая прическа. Пойдя вот это. Нет, слишком много. Тяжело вайфу выбрать. Нет. Короче, не угодили они мне. Нет. Нет. Да что ж такое-то? Нет. 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 Нет.
нет. Это что, блин? Лысеющая вайфу? Так, нет, нет. Блин, тут реально причесок до хренища. Но мне подходит только две пока что. Вот это, блин, кстати, вот это классное. Блин, офигенное. Так, вот это, да. А, еще была какая-то. Вот это, кстати, нет. Нет, это... Нет. Вот это хорошее. А, ну да, я вот эту изначально выбрал. Вот это как бы... Короче, три варианта. Либо вот это... Вот это, и там еще вверху была неприкольная. Блин, мне что-то насморк разошелся. Была еще с хвостиком тоже прикольная где-то вверху. Выше, да? Где побольше волос было. Наверное, вот это все-таки. Вот это, наверное, вообще прям вот. То есть, вот, вот это очень хорошее, но вот это с хвостиком прям, не знаю, вот 10 из 10. Ну ладно, 9,5. Топ. Все, оставляем. Светло-пепельный, пепельный блонд. Блондиночки вообще. Так, все, да? Нормально. А член ей можно выбрать? Почему-то член не дает выбрать. Пирсинг еще. Красные брызги. Кольцо Минотавра нет. Фейские. Нет. Без сережек будет. Блин, что же у меня с этим насморком-то? Так. Тип тела, это про член. Так, нет, там, я уже не буду это трогать, там, где, а, вот здесь, что ли? Не, вот член нельзя выбрать почему-то. Вот здесь же был этот, нет. Почему-то нельзя выбрать. Не, все, топ, это моя вайфу. Сколько прошло? Часа два я создавал персонажа. Ну, час где-то, наверное. Все, наконец можно поиграть. Рыжую можно тоже сделать. Но мне блондиночки больше нравятся. Вот, кстати, этот ролик нам показывали давно, года три назад. Типа, вот этот Ктуху прилетел. Какой-то, видимо, город... Ну, вообще, город в этой вселенной. И как раз он уже нас захватил, и вот эту Арчиху. Он жестко, короче, людей забирает и ну, сразу в них паразит хочется засунуть. Портал открывает маги. И на драконов полетели. Им, короче, по скайпу позвонили, говорят, тут какой-то Ктуху прилетел, давайте к нам.
Огонь не берет. Минус нога. Парашют есть? Блин, у меня аж мурашки пошли, я думал, он упадет. Но братуха дракон спас. А почему этот мужик один? Фига себе. В другой мир телепортнулся. Он типа пришел, короче, набрал себе людей и свалил в другой мир. Хотите, ну да, где мы в итоге-то оказались? Он же опять телепортнул нас. Ядрить, это что за мир вообще? Почти 4 часа стрима, игра только началась. Не, ну там же Warcraft мы играли. Ну, персонажа я где-то час, наверное, создавал. Ну там вы видели, сколько всего. Все, наконец-то игра, да? От первого лица. А вот этих, которых людей он засунул, он их еще не это. Паразиты им не засунул. Да ежиш. Так, сейчас, секундочку. Секундочку. Дневник обновлен. Сейчас я отойду на секунду. Выспусь нормально. В фоне 2010 года. Так, сложность максимальная. Можно типа поменять. Сложность максимальная. Так, что у нас вообще есть? Так, волшебник.
Авк. Инвентарь снаряжения. Брелок. Сумка алхимии. Сумка с припасами. Блин, ну очень мелкий шрифт. Я не знаю, почему они такое оставили. Максимально мелкий шрифт. Чувствую моим глазам жопа. Свиток возрождения. Живить спутником, возвращать жизнь с одним очком здоровья. Зелье. Так, это у нас все есть, да. Пассивная способность. Так, это наше все вот это, что мы выбирали. Очки здоровья 8, класс брони 11. Тем сложнее по вам попасть. Скорость перемещения 9. Блин, сколько всяких параметров. Так, у нас есть боевой посох, 0,7 урона. Что-то там с кубиком связанное. Так. Мантия, простые сапоги, нижнее белье. Так. Предпросмотр какой-то. Максимально переносимый вес. Так, заклинание. Да, это вот здесь, да. Мы можем, если что, поменять, да? Выучить больше заклинаний. То есть мы будем находить свитки. Блин, очень маленький шрифт, я не знаю. Я представляю людей, которые играют на каком-нибудь 2К. И там еще же меньше получается шрифт. То есть, ну, типа там нету, там только в диалогах увеличить шрифт. То есть вам, наверное, тоже тяжело на стриме читать. То есть, ну, я не знаю, только разрешение меньше сделать. Так, дневник. Бежать с Наутилоида. Элитиды похитили нас и вживили в мозги паразитов. Нам нужно бежать с этого корабля. Ну, а нам же нужно паразита убрать. Иначе нам жопа. Карта обучения. Это карта окружающей вас местности. На ней показаны места, связанные с заданиями. А также можете ставить свои метки. Кроме того, вы можете телепортироваться к открытым рунным кругам, выбрав их. Не очень понятная карта. Члены отряда, союзники, интерал, враги, задание, своя метка, секреты, рунные круги, поместить метку. Сейчас вы не можете быстро перемещаться. Так, вдохновение, это что у нас? Поступки, характеристики для происхождения персонажа, вдохновение. Не дает очки опыта, вдохновение позволяет перебросить кубик при проверке характеристик. Были попытные, начитанные. Это помню. Но диалоги у нас будут сохраняться. Обучение. Ну, все. Так, ЛКМ. Ну, здесь у нас. Блин, сколько всего в этой игре. Восполняем ресурс. Ваше основное действие. Угу. Так, это у нас магия, да? Вот этими магией можем пулять сколько хотим. Нельзя применить, пока новый паразит приспосабливается к вашему разуму. И магии. Офигеть. Так. Ну давайте исследовать, что у нас здесь. Так как поворачивать камеру. Зажать, да, это? Might still be stuck inside if we hadn't been attacked. Not getting back in that thing. Where the hell's are we? Где мы вообще? Wonder who was inside. Тут арчиха была, она сбежала. Made it out. Кто-то выбрался. Someone else got out. Питомник. This is the pool that thing came from. The parasite now writhing behind your eye. Рассказчик, отсюда и появился этот тварь, паразит, что зевает сейчас в моем мозгу. Осмотреть расследование, да? Плюс 3 от интеллекта, плюс 2 расследования. Давай расследовать. Проверка навыков. Общее обучение. Для некоторых вариантов диалога проводится проверка навыка. Бросок кубика, на который должно выпасть требуемое или повышающее требуемое значение.
Навыки вашего персонажа добавляют бонус к этому броску. Проверка на интеллект. Класс сложности 10. Минимальное значение, на которое нужно выбросить для успеха. 1 всегда означает провал, 20 всегда означает успех. И бонус, да, у меня есть. Суммарный бонус плюс 5. То есть у меня бонус к расследованию и бонус от интеллекта здесь. Давай бросаем кубик. 11. 16. Успех. The casing is fragile. The slightest touch could cause it to crumble. Корпус очень хрупкий, легчайшее прикосновение разрушит его. Если я сейчас потянусь к резервуару, ему он разрушится. Мало ли оттуда какие-то паразиты вылезут. Пойду-ка я отсюда подальше. А, кстати, смотри, начать опрос сообщества. Ну-ка, у вас что-то сейчас появится? Слушайте, я же там подключил этот Twitch штуку. У вас что-то сейчас появилось? Короче, там вот... я не знаю, на телефонах есть. Там, короче, вот на стриме есть на самом экране справа вот этот. А, вот, да, у вас должно опшен. Короче, Baldur's Gate это компаньон. Справа, короче. И там можно выбрать варианты в диалоге. Ну-ка, я вот сейчас сам нажму двойку. Да, кстати, появляется. То есть вы можете, да, влиять? Прикольно, кстати. Будем так играть. Можно будет влиять. Блин, прикольно, да, с айпада нет. Но на компе точно есть, я вот сейчас выбрал диалог. Кстати, поменять уже нельзя выбор. Если вы нажали какой-то, поменять выбор уже нельзя. Два человека кто-то на единичку нажал, да? Прикольно, кстати, они к Твичу подключили это. То есть я вот расширение поставил. А почему на айпада нету? Я вам сейчас покажу, кстати. Сейчас я захват экрана сделаю. Вот, смотрите. Вот здесь вот просто на стриме открываете, и вот здесь есть... Типа, не надо запустить. Вот здесь справа он появляется, вот этот. Вот. И он там варианты предлагает. Или оно само вылезло, да? Ну, вы поняли, да? Блин, прикольно. Это, то есть, я сам выбираю начать опрос сообщества. А, я сейчас, типа, еще раз нажал, и оно сбросилось. Прикольно. Так, ну ладно, давайте уйдем. Я чувствую, тут пиздец будет. Кто-то специально голосует за единичку. Но я знаю, что с ним что-то пиздец какой-то будет. Блин, вы что голосуете за единичку? На iPhone тоже нет? С телефона нету, да? Жалко. Блин, интерактивчик, конечно, прикольно. Не-не, мы двойку нажимаем, ребят. Дальше будем уже с вами голоса принимать, но здесь явно пиздец какой-то будет. Кстати, можно вернуться, да? Да нет, там какой-то пиздец будет. Нет, дальше будем принимать решение по голосованию, но здесь это чисто первая тема. Мне кажется, там какой-то, ну там типа либо что-то взорвется, либо какие-то паразиты вылезут. Тем более, я же расследование провел, и там написано было, что малейшее прикосновение что-то сделает, значит будет жопа. Не будет отвечать. Блин, кстати, интерактив прикольно. Топаз. Блин, как же они красавцы интерактив сделали для Твича. Мы восстановили жизни. Ага. Не, ну можно проверить, если там будет какая-то жопа, мы вот здесь восстановимся, по идее. Не, эта тема прикольная, да, особенно когда туда не попасть. Блин, с интерактивом, конечно, очень классно.
Ну, это, видите, прям перед релизом игры сделали этот интерактив. Сфинктер. Сфинктер. Ну да, чё, сфинктер. Написано, что даже твоих чаров инспектировать можно, но пока нет данных от игры. Он, видимо, там задержка, наверное, какой-то. Да, там можно инспектировать, что-то делать. Блин, ну это классно, то, что интерактив есть. Вообще, это топ. Так, золото. Гоблин. Липкий суп. Кувшин с мозгами. Нельзя, да, потрогать? А нет, можно. Schematic of a Nautiloid flashes into your mind. Nerves, sinews. As much living being. Да, этот корабль, он по сути живое существо. Прикольно. Какая-то хрень меня зовет. А можно как-то подсвечивать, с чем я могу тут взаимодействовать? Кувшин с мозгами. Блин, прикольно. Этот чел... Такое ощущение, что этот чел уже его захватил. То есть он, по-моему, умер сам, но там внутри, короче, паразит живет. Такое ощущение. Ну давай. Так, давайте там без спойлеров. Не зря 2К отдал. Come to save us from this place. From this place you'll free us. The exposed brain quivers in успех, внимание. Please. Before they return. Не зря внимание взял. They return. Псионические присутствия. Так, давайте сразу это начать опрос сообщества. Псионические присутствия скорее, пока они не вернулись. Кто говорит со мной, мужчина или мозг? Боюсь спасать тебя уже поздновато, говоришь, что нужно сделать. Кажется, ты нам буган, чего боишься кого-то? Уйти. Так, а он проценты как-то не сразу показывает. Только что вроде проценты поменялись. А, вот. Они как-то не сразу, да? Блин, с интерактивом вообще топ. То есть мне уже не надо делать выбор. В смысле запись? Давайте без пиздеца, давайте как бы нормальное голосование, то есть не просто там 1, 2, 3. Нет, я не эльфийчик создавал, эльфийчик это мой этот какой-то там хранитель или типа того. Успех магии. Пошел опрос. Рассказчик, интеллект магии, ты понимаешь, что говоришь с пожирателем интеллекта, прислужником похитишь тебя свежеватель разума. Боюсь спасать тебя уже поздновато, говоришь, что нужно сделать. Кажется, ты напуган, чего боишься, кого? Уничтожить мозг, уйти. Кто-то один за уничтожить мозг проголосовал. Я так понимаю, на телефонах не отображается, да, это расширение? А может нам надо что-то ставить? Блин, все за уничтожить, что ли, проголосовали? Ладно, удачно поиграть, когда-нибудь сам... Ну вот это, кстати, то, что мы сейчас смотрим, это уже 3 года было в раннем доступе. Я так понимаю, мне еще играть часов 30, а то и 50 до того, как пройдем ранний доступ.
Блин, жалко, что в приложении Твича нет. Ну, в теории можно, наверное, в браузере открыть, но там браузер неудобно с вами. Ну что, уничтожить мозг голосует? Давай. Я не знаю, сколько там народу проголосовало. Тут в процентах показывается. Давайте уничтожаем мозг. Блин! За что вы голосуете, ребят? За что? Что это было за дресня сейчас? Ну, мы, видимо, что-то пропустили интересное. Ну там паразит уже командовал им. Тут прикол, если один выбрать, то можно приручить мозг было. Ну надо было голосовать за один. Мозг с ногами Пет был бы сильнее, чем ты. Ну, я буду уже выбирать то, что вы голосуете. То есть, ну так, так прикольней. Так, что у нас еще есть? А, вот журнал скрижали. Так, а как... как его быть? Это скрытность, да? Так, а на какой инвентарь открывать? И, да? Журнал. А куда у меня журнал положился? А. Не всего, насколько... Вы в любой момент можете вернуть камеру к текущим персонажу. Home центровать камеру, аккаунт дважды. Ага. Thousand years of humanoid history, elves, dwarves, humans, and more flash behind your eyes. Понятно. Ну, с, будем с голосованием играть. Так. А вот записки еще есть. Так. Images of goblins, their habits and histories flash into your mind. Так, Alt. Alt показывает нам, да, что-то. То есть мы могли и Пета получить, да? Ну ладно, ну как бы играем так, как вы выбираете. Я не знаю, сколько там народу голосует, сколько там, сколько, смотри, 40 человек. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тут драка идет жесткая. Опа. Ты не раб? Ага. С чего ты решила, что я раб? Кто ты? Нам нужно понять, где мы находимся, что ты предлагаешь. Ну тут, я так понимаю, здесь в прологе особо не важно, что ты выбираешь. Интересно, какая задержка на чат? То есть на опрос этот? Ну-ка, он у меня самого появился, да? Я сам могу еще голосовать. Ну да, тут, скорее всего, в прологе... разницы особо нету. Что ты предлагаешь?
Будет хорошо. Блин, что-то жара какая-то. Я боюсь окно открывать. У меня просто долбанные мошки, блин, заполонили весь подъезд. Так, секундочку. Блин, кстати, железо неплохо так подгревается. Плюс еще жара, блин. Так, обучение. Готовьтесь к бою. Бой разделяется на раунды, и у каждого участника будет свой ход, чтобы действовать. Во время боя игра приостанавливается, чтобы у вас было время на планирование. А в свои ходы вы можете переместиться, выполнить действие и бонусное действие. Показать действие, показать бонусное действие. Так. И инициатива, да? То есть у нас первый арчих ходит, потом я и три беса. По 7 здоровья у них. А у меня 8. Так, а как посмотреть, докуда я добегаю? Недостаточно движения. Слушай, а как... Короче, в Divinity было... В Divinity можно было посмотреть сетку, докуда ты бежишь. Тут нету такого. Второе дыхание. Использует силами организма, чтобы исцелить себя. Дистанционная атака есть. То есть у меня еще лук, да, есть? А, 85% шанс, что мы бахнем. Позиция выше. О, это мы на хай-граунде. 95%, что мы бахнем. Сколько лук стреляет? 2,7, да? То есть в теории мы можем его бахнуть. Выстрел в бедро. Выстрел врагу в бедро. С ранением может уменьшить его скорость перемещения на 50. Испытание выносливости. Бросок атаки. Позиция выше. Так, а как отменить... Так, что у нас еще есть? Ага, ошеломляющий удар. Разрыв ткани, действие с оружием. Резануть по уязвимому месту противника, вызвать у того кровотечение. Но мы, по идее, атака основной рукой. Вот здесь добегаем и бьем, да? И мы его практически гарантированно должны убивать. 4-13, то есть, ну, должны убивать. Обмануть оружие, пора, чтобы изменить его либо. Это бонусное действие, да? То есть у нас есть просто действие, а есть бонусное. Броситься вперед, атакуя из первых врагов из вашего пути, можете заставить его потерять равновесие. Я думаю, обычной атакой мы его бахнем. Да, 11, хорош. А когда вы закончите, нажмите кнопку в правом углу панели быстрый дождь, чтобы завершить ход. Так, очков у меня больше нет, да? Или есть еще? Просто... А, вот здесь у нас типа еще меньше половины осталось. И мы можем только бонусное действие совершить. Либо похилиться, либо, допустим, что здесь еще отпихнуть. Прыжок. А, мы можем вот так даже прыгнуть. Угу. Ну, по сути, все, да? Never a dull moment. Прикольно. Ну, короче, как Divinity, только тоже тут всякое. Так, есть. Так, надо еще посмотреть, бинды тут есть какие-то. А, тут закрепить, кстати, можно через Т. Допустим. Ладно, это потом. Так. У магии нету, кстати, бонуса позиции. Холод 1.8, это 1.10. Можно масло разлить, можно сон сделать. Это у нас... Это у нас ячейка заклинания, да, которая восстанавливается. Один раз до следующего долгого отдыха. Угу. Количество игрок ячеек заклинаний, которые может установить магическое становление, установит ячейки заклинаний выше пятого круга нельзя. Угу. Так, ну ближняя атака у меня слабая, поэтому магией бахаем. Давай ближнего. И вниз! Семерочку ровно бахнули. Так, и все, у меня ни хрена больше нет. Я могу, типа, отбежать еще.
These boots have seen everything. А, это вот это. Ну тут, кстати, вот этой нету. Надо посмотреть, есть ли сетка какая-то. Так, и бес летит на нас. Промах! Виталий задоджил как жестко. Жестко задоджил. Ну, здесь обычная атака, его добиваем. Вашим приключениям к вам мог присоединиться союзник, и можете управлять им точно так же, как и своим персонажем. Нажмите на портрет спутника, чтобы управлять. Она у нас воин, кстати. Брони у нее побольше. Музыка не громко, кстати, ребят. Так, лутаемся. Топор. Легкий арбалет. Let's move. А я, кстати, арбалет могу юзать. Вы можете... Блин, я не пропустил. Вы можете переключаться между дистанционным оружием и оружием ближнего боя. Кнопка находится в панели быстрого доступа. А тут стрелы не нужны, что ли, чтобы стрелять? 4 вроде будет перса максимально, как и в этом. Как и в этом, в Divinity. Я так понимаю, стрелы не нужны, да, чтобы стрелять? Блин, забавно, что маг может бегать с луком. Скимитар. Зелье скорости. Вы получаете дополнительно 10 плюс 2 к классу брони, преимущество при испытаниях. Ага, по окончании 10 состояния вступает в руками. Едкий клубень. Бросить, да, что-то шипастые. Тут какие-то броски тут у нас. Огонь. Never wanted the easy path. Еще один арбалет. Так. 2-9, они одинаковые, да? Так, 4-13 меч, а это еще. Длинный меч, либо скимитар. А чем они отличаются? А, это полуторный, этот фехтовальный, да? Понятно. Потише звуки сделать, да? Просто вначале говорили, что вроде тихо. Давайте чуть потише сделаем. Просто говорите, если прям громко там подредактируем. Так, говорим щупальцами. Это пока что пролог. Мы его тут потихонечку играем. Пусто, пусто. Так, а вот этого беса не проверили. Need to find a way forward. Так, а можно, кстати, с ней поговорить, да? А, понятно. Who am I? Your only chance of survival. Now move. You are wasting time. Control over the ship. Or do you wish to die? Было бы прикольно, если бы сейчас корабль бахнул, и мы все в игре. Тут типа мы останавливаемся, да? Если бы мы, бою, сейчас потеряли ХП. Да не торопимся, изучаем игру. Так, простая мантия. Да, у меня точно такая же.
Сохранение. Тут, кстати, есть прыжок вроде, да? Где-то, да, прыжок, типа. Ну-ка, она, типа, дальше прыгает, по идее. Нет, туда нельзя. Управление? Какой-то компьютер толкнуть, толкнуть. Она говорит, не трогай. Говорит, не трогать. Блин, какую-то хрень разлил. Поискать защелку, которая открывает крышку. Времени дрить тут. Времени нет, мне нужно выбираться отсюда. Пойду осмотрюсь, должен же быть какой-то способ открыть штуку. Так, волшебник магии, действие магии на какое именно? Ну, давай попробуем. Семь всего лишь сложность, у меня уже плюс 5. То есть изи бросок. 3, блин. Охренеть. Да блин, погоди ты! Тут тяночка красивая. Спасти пленницу. The console appears dormant. За отсутствием ложного лучшего слова. Смотреть консоль, нет ли никакого рычага, кнопки ударить по консоли. Ага. Console hums to life. Но мы все время броски выкидываем. Десятка нужна. А опросы? Ну сейчас, погоди. Ну там, тут типа это, надо магии было все время убирать. Точно, опросы, да. Но вам бы все равно интересно было кубик бросить, я думаю. 5 надо. 8 сюда! Хорош. The pulsing glow and organic lines of the device make it seem more like a beating heart. Ну тут же мы по-любому выбрасываем кубик, да? Perhaps it will open the nearby pod. Опрос пошел. Ну мы открываем капсулу, что тут, блядь, думать? Нам надо Shadowhunter открыть. Не, опросы прикольная тема, на самом деле, когда сомневаешься, допустим. Но здесь это типа пролог. Приказать капсуле открыть. Давай открываем. Ну мы открываем. Блин, опять кубик.
сложность 2 всего лишь. 2? Что? А, типа, нормально, да? Я думал, 2... Ну, тяночку надо было спасти, я считаю. Не, опрос нормальная тема, как бы, опросы будем делать. Это, кстати, по-моему, персонаж, который можно было заиграть. А, они недолюбливают друг друга? Типа вот эти, они... Орк с этим, они враги, да? Ну, я думаю, тут тоже особо разницы нет, что выбирать. Наверное. Ну, я опрос нажму. Ну, я, наверное, троечку выберу. Тоже почувствую, мы читаем мысли друг друга. Я так понимаю, у них вот это гитьянки, это она кто там, эльфийка или кто, у них какая-то это, ну, расовая вражда. То есть недолюбливают они, так я понимаю, друг друга. Я думаю, тут каждый ответ нейтральный, наверное, какой-то. А сколько задержка на этот опрос? Перестал выскакивать опрос, да? Почему? Ну-ка, еще раз. Ну-ка, что такое случилось? Выскакивали же. Странно. Может, что-то поломалось? Да, странно, что-то до этого работало. Может, что-то там затупило. Ну ладно, пока так. Нет, ищи свою дорогу. Давай, идем с нами. Ну, я так понимаю, они с небольшой враждой будут. На кубик с собой взяла? Что? Что это промотит? Это ничего. Поверь мне. Хватит этого чата. Мы должны дойти до хелм. Сейчас. Она права. Лед он. Ну да, в прологе, я думаю, не так важно. Тут прям таких... откровенных решений-то нету, это же пролог. Хотя, наверное, это все-таки будет влиять. Ну, кстати, странно, а почему перестал работать параметры? Где там эта игра? Ну, внизу была вроде. Интеграция с Twitch работает, все. Может, что-то сбросилось, не знаю. Так. Освободили тяночку. Так, это что у нас? Чтобы взломать замок, нужны воровские инструменты, ну или можно просто найти ключ. Ты что за хрень там бежит? Что за пожиратель? Иди сюда. Он типа это мозг он просто сожрал. Так. Faint images appear in your mind. A brain, a Githyanki warrior, and centuries of darkness.
За темный разум. Мозг гуманоида. Это ожерелье. Тщательно. Угу. Так, а у нас вот эта Shadow Hunter, она кто? Она у нас жрец, да? Со щитом и булавой. Обнаружение мыслей. Блин, сколько всего? Таинственный артефакт. Это на кубик Рубик собрал, да? Так. Так, а мы пришли откуда? Я уже что-то забыл. То есть сюда нам по квесту, а вот туда. Надо найти этот. А вот и ключ. Сортируется в удобный контейнер. Угу. Опа. Оникс. Хорош. Так. Так, мы там еще консоль не трогали, да, но пока ее не трогаем. Если что, озвучу идеологию чуть-чуть, хорошо. В капсуле заперта женщина с пустым взглядом, она не замечает тебя. Inside the pod. She doesn't notice you. Прикольно мне что. I hear nothing of the sort. Так, еще два лечения, хорошо. Свеча. Это незаметный объект пульсирует некое. Возможно, этот пульт управления той капсулой. Блин, даже ну, пролог всегда эпичный во всех играх должен быть. Так, а мне ее не открыть, да, сейчас? То есть, возможно, можно как-то открыть. Что это за мозг все бегает? Так, а сюда мы не можем пройти, да? А, не можем. Мы подобрали это незаметный объект усилить незаметную энергию выпустить. Опа, это мы, короче, их оживили, сектантов, блин, и у нас сражение пошло. Ну ладно, ничего страшного, нажали. Так, у нас еще корявое расположение получается, да? 70, 70, да?
Промахнулись. Печалька. Не хватает нам движения. Три всего? Что так мало? Недостаточно действия. Игнис очень много действия берет. Он по двоим сразу бахнул. Троечку снял. Так, а это у нас клерик, да? Не влияет на нежить. Исцеляющее слово он может исцелить. Так, щит веры, защитное существо, как поднять класса брони 2. Ну, кстати, огненный снаряд есть, это типа с огнем даже бахает, да? Ломление какое-то. Дезориентация. Хорошо. А это бонусная ячейка, да? Да не будем юзать. У вас осталось молочко здоровья, да? Нормально мне пахнули. Рядом находится враг помех при дистанционных бросках. Угу. Мы тут добиваем этого. Да. Wonder if this is worth the cost. Большой разброс, здесь поменьше разброс. 4? Что так мало? Let's see. Свалили, короче. Как же он бахает? Нормально. Тут халявное восстановление в прологе. Магия крови, провал. Понятно. Very well. Так. Так, а куда дальше? Какая она любит командовать. Да, короче, из того, что мы их взяли в пати обоих, у них постоянно какие-то эти... Постоянно они разбираются между собой. Его FPS упал как... Ядрит тут чел. А это главный Ктуху. А почему на него... А, он прилетел в мир демонов. This thing's falling fast.
Доберитесь до передатчика до того, как наутилоид разобьется. Осталось 15 ходов. Ого. Расстояние до камня. Камень не может пододвинуть еще дальше персонаж, перемещать персонаж, чтобы продолжить следовать мир. Так, то есть, получается, мы переместились в какой-то мир демонов, и в этом мире демонов мы сейчас на этом корабле летим, и демоны напали. И то есть мы даже за Ктуху, короче, играем. Ну, из-за того, что у нас в голове вот этот паразит. Командир 195 хп, командир жалко. Жалко. Так, кто у нас ходит с первой, да? Первый у нас Шедухантер. Так, мелкий кабан. Дать другому существу преимущество при проверке скрытности. Блин, очень много всяких заклинаний, некротические, спасить, пропитывающие руки некротические энергии, носят жертвы нащие раны. Ну, погнали вперед, наверное. Сколько мы там наносим? 2-7, да? Кстати, возможно... А, у нас боловой ходит, да? Хорошо. Так, вот это ходит, да, следующее? Давай попробуем дезориентировать вот это. 65% всего. А что так мало? 60. Угу. Сотрясение мозга. Хорошо. Мы, я думаю, замочим. Так, надо добивать собаку. Так, 2-9. 1-10, да? То есть... Ну мы если что добьем арчихой... А, нет, арчих потом, блин, надо добивать. 2-9 с арбалета, да? Но мне кажется, у меня же по магии должно быть больше урона, чем с арбалета. У меня же интеллект. Соответственно, проверка должна выше быть. Мы попробуем Игнисом добить. 1. Серьезно? 1 это прям плохо. Ну, он сейчас походится. Промах. Критический промах. Что значит критический промах? Ядрить, это что только что было? Она, кстати, еще атаку по возможности как-то сделала, не знаю из-за чего. Так, ну надо тут беса добивать, наверное. У арчихи, конечно, урон жесткий. Бонусные действия давай сделаем. 0? Там же было 1-4. В нокауте насовсем. Этого, да, жахать.
командир Жалк. Жалк. Комбинез со своими алыми глазами с характером... Ага. Есть 80 килограмм. Устойчивость к огню, устойчивость к молнии, вообще ко всему, да? Нормально. Идем вперед. Still breathing, despite everything. Light on my feet. Высокая степень защиты. Может, масло ему разольем как-то, я не знаю. Нам же главное его только замочить, да? Так, а масло что дает? Покрывает землю скользкой жидкостью, замедляет перемещение, может заставить упасть плашмя. Ага. Автоматический шар яда. У него от всего защиты, я так понимаю. А гром и молния это разные, да? Но он все равно защита у меня одинаковая. Давай масло сюда бахнем. А, их худо нету больше, да? А, нам пофиг. Нам не обязательно, короче, этого хуярить, да? Нам нужно этот... до передатчика добраться. Так. Мы его все равно бахать будем, нет? Наверное, да? У нас 15 ходов. Можно вот так ворваться. Понятно. Понял. Он, кстати, ушел с масла, блин. Золото. 25% шанс. Что ж такое-то? Nothing important is ever easy. One day I'll catch a break. Ignis. Блин. Шестерочка бесит прям. On the move.
Конечно, нам этого не запиздить. Там просто настолько промахи жесткие. Вообще, по количеству ходов такое ощущение, что его можно отпиздить. Один. Понимаю. Хотя у него столько хп, и там промахи постоянно. Используя действие сцепления, позволит покинуть радиус ближнего боя врага, не дав им провести... Ага. А, я понял, это этот, атака по возможности была тогда. Так, 2-7, да? Что такое-то? А, отступление надо было сделать, а где оно? Бля, я что-то затупил. Да, надо было сначала отступление сделать, чтобы он не ударил. Затупил. Да что ж такое-то, блин? Time to press ahead. Бахает прям, бахает. Ядрит там какие-то два жестких чела по 106 здоровья. Ощущение, что можно было, в принципе, с ним попиздиться и получить какие-то крутые артефакты. Забавно, что за кого ты, ну, нажал, типа, управлять кораблем, того и показывает. То есть не меня, главного героя, а этих подсосов моих. Это пролог, я так понимаю, был. Ну, скорее всего, вот этого демона, наверное, можно как-то заковырять. Но там еще два демона по 100 хп подходили. Я не знаю, там шанс попадания 30 был. Мне кажется, он бы меня разуплотнил. Правда, почему там 15 ходов дают на это? Типа, наверное, можно. Ну, не знаю, на тактике, мне кажется, не пройти. Можно было потестить.
Просто у него там почти 200 здоровья, и шанс попадания по нему 30%. То есть, мне кажется, он бы там просто ушатал бы. Это мы опять куда-то телепортнулись. As you wake, the tadpole squirms in your skull. Секундочку. Кстати, проверьте, сейчас у вас появится выбор в вопросе. Во, сейчас есть, да. Вот for dialogue. Короче, там, в общем-то, тупил. Ты просто чайка заварил, тут что-то горло пересохло. Сейчас появляется, да? Все, отлично. Нет ли у тебя... Если считать паразитство, то все относить в порядке. Miracle, given everything you've been through. But it'll all be for nothing if you don't find help soon. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. Мы опять одни. Дневник обновлен, найти лекарство. А, кстати, вот здесь можно перемещать, да, вот это все. Ага. Прикольно. Так, чайничек. Так. Найти лекарство. Мы сбежали из ада на наутилоиде, который в конечном итоге разбился где-то на материальном плане. Нужно исследовать место и пытаться отыскать целителя. А, смотри, во-первых, там нам наши два союзника еще там остались. Вот, кстати, интересно в игре. Допустим, если бы мы эту Shadowhunter не спасли, эту девочку, вот, и типа она бы выжила в итоге или нет, интересно. Мне кажется, нет. Спасти пленницу. Так. Блин, карта, конечно, немножко такая. Так. Забавно, что у мага есть арбалет. Немножко странно, конечно, видеть арбалет у мага. Fresh water. There must be a settlement somewhere nearby. То есть найти что-то потыкать.
Дропсы, наверное, есть. А что, у меня сейчас есть дропсы? Да, дропсы есть. Если у вас там аккаунт подключен, то можно дропсы какие-то забрать будет. Я не знаю, что там раздают. Дропсы есть. О, Шадухан. Сейчас будет выбор, наверное, посмотреть ли ее фигнюшку или разбудить ее. Блин, очень, конечно, интересно, что же там за артефакт у нее, но она явно к нему очень сильно привязана. И она, наверное, не хочет, чтобы мы узнали. То есть это явно отношения испортятся, если мы возьмем ее артефакт. Почему здесь нет выбора там это воспользоваться моментом? То есть, ну, если мы возьмем артефакт, это явно как бы ухудшит наши отношения. Ну, это база, это база. Растолкать ее. Чат тоже за растолкать. You're alive. I'm alive. How is this possible? Что-то там не так. Ну, вот здесь уже... Не... Короче, я буду выбор нажимать для вас, когда будет какой-то важный выбор, вот как сейчас. Явно это был вариант, типа, на отношения с ней. Ну, как и взаимоотношения. То есть, если бы мы взяли, возможно бы там что-то было испортилось. А здесь, я так понимаю, это не важный выбор. Remember the ship. I remember falling. Я помню корабль, помню, мы падали, а после ничего. А, дальше что, есть идея, где мы находимся, что стало с нашей подругой? Кстати, вот если про подругу спросим, явно она скажет, наверное, типа, чек, я не знаю. Есть идеи? Я не узнаю этих мест, но лучше, чем корабль. And most of all, a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Нужно найти лагерь, припасы и лекаря, да? Хочешь сказать, что ты готова составлять мне компанию дальше? А, мы. Что стало с нашей подругой? И правда так, что мне надо поторапливаться, прощай. Не, ну мы ее пока оставляем, наверное, в пати. То есть это уже какой-то более-менее выбор. Ну, это как Dragon Age, да. В Dragon Age тоже там много достаточно диалогов было и выбора. Такого интересного. Только что было 0 за первый. Как так был спирен? А там можно менять разве свое решение? Давай. You might want to reconsider calling her a friend. Looks like she ran off without us. Я так и знал, что типа что-то такое будет. Ну, мы ее оставляем, да? Я думаю, чат тоже хочет. We need each other, and we both know what's at stake. Can't think of better company. Ну, типа, пускай будет с нами пока. One thing, just before we go. I wanted to thank you again for freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod, but you didn't. I'll remember that. Lead the way. Вот интересно, если бы мы ее не спасли, она в итоге бы все сдохла бы или что? Тут еще прикол в чем, что вот в Divinity, что в Baldur's Gate, тут вот эти персонажи, которые с историей, которые, за которых ты можешь здесь начально играть, у них есть свои квесты и своя какая-то история в этом мире. И типа, когда ты с ними бегаешь, ты как раз можешь их задания выполнять, узнавать их историю. Это все достаточно интересно. Арчиха куда-то подевалась. Но явно Арчиха с ней не дружит. Ну, точнее, у них просто вражда. Веревка. Выделять предмет поблизости, облегчает... Ага, левая альт. Спасибо. Anything of use?
Доступен новый рецепт суспензия тростника. Для просмотра нажмите H. Ой-ой-ой-ой-ой. Алхимия позволяет вам превращать ингредиенты в эликсир, яды и составы для нанесения оружия. Ага. То есть три тростника, и у нас будет какая-то суспензия. Можно соли. Соли. Это что, из Питера, челы? Масло токсичности. Огонь алхимика. Эликсир устойчивости к огню. Зелье лечения. Соли зонтика воровского. Какая-то из суспензии. Да? Угу. Кстати, если вот этот мозг мы бы взяли в начале, то есть который приманили бы, возможно, он бы помог нам этого ушатать от демона. У каждого предмета есть контекстное меню, с помощью которого предмет можно использовать, поместить товар или передать товарищу. Весла на воду, соль на руках, весла на воду, соль пропа, ага. Матерь будь, буря. Это просто какой-то стишки какие-то, да? Йо-хо-хо. Ну, это, короче, какие-то пираты, походу, были здесь. Не забывайте собирать еду и напитки, они понадобятся для восстановления здоровья и ресурсов во время долгого отдыха. Блин, хотелось, конечно, демона зафигачить этого жесткого. Си, я тебя люблю, вот это я сказала. А если мы завтра увидимся, я это повторю снова и снова. Буду повторять, пока мы не состаримся и не посидеем. Итак, давай рискнем. Уедем в врата Балдора, да? Кстати, игра же называется Baldur's Gate, то есть врата Балдора, да. Да, это опасно, оставаться здесь тоже опасно. В последний месяц приходится непросто, но когда ты рядом, жизнь становится легче. Бросай свою лодку, приходи на холм у старого моста, бери с собой столько, сколько сможешь нести, мы будем идти без привалов. Не опаздывай. С любовью, Аня. Печально. Красиво. Ну, золотишко, нормально так. Пока голдишку собираем. Богатые какие челы здесь. Найден рунный круг. Такой рунный круг. А, это мы на нее телепортируемся вроде. Беладонна. Вы открыли рунный круг, вы можете телепортироваться в точку, выбрав на своей карте. Угу. Будем знать. Traps, please. No traps, please. Угу. Древняя дверь какая-то здесь. Кинжалы. А, нет, это какой-то кинжальчик, да? Еще новые рецепты. Обзоры отряда. Вы можете просматривать инвентарь всех членов отряда в окне обзора. Отряда, тап, открыть обзор отряда, control, выбрать несколько предметов. А, мы можем вот так между друг другом передавать, да, всякие шмоточки. Разбираемся пока что.
Врата Балдура — это город, ну, в честь игры назван, да? А, и вот так мы можем смотреть, да? А, кстати, смотрите, у нее больше заклинаний изучено. Блин, ну мы пока не, вообще еще не поняли все в заклинаниях. Запер. Запер. Нет воровских инструментов. А бочку я открывал? Скрипка. Блин, что такой шрифт маленький? Скрипка сделана из древесного кедра. Короче, если есть какой-то мини-музыкальный инструмент, можно играть на скрипке, так понимаю. А, во, воровские инструменты. Позволяет владельцу скрывать замки. Ага. Инструмент ломается. Ага. Теперь можно попробовать открыть. С помощью алхимии можете готовить собственные зелья, яды, эликсиры, собирать ингредиенты, чтобы пригонять эти экстракты. Ага. Так, а что у нас там собралось тоже? Можно вот это сделать, да? Блин, очень маленький шрифт, очень маленький. Особенно, когда он еще серенький такой. Ну, так. Извлечь. А, то есть мы сделали себе какую-то хрень. Зелье чтения мыслей. Игра, конечно, не просто вот, знаете, как бегаешь и... Something the matter. Так, да не, все нормально. А, можно с ней поговорить. No story. None that you're entitled to hear anyway. Just... Блин, она про артефакт прям не хочет говорить. Вот не хочет и все. We haven't gone all that far yet. What are you referring to exactly? Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. We've no solid leads right now, though. We'd best get hunting. If you discover anything that might help us, I'm all ears. Вот чувствуется, что я уже взял ее, зря взял. I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your company, of course. Perhaps, perhaps not. If we do survive, we'll have separate lives to return to. I need to get to Baldur's Gate. There's someone waiting for me there. Someone I have to reach. As soon as possible. Дочь тьмы. Семья, друг, любовник. Thank you. And you're right. It's a delicate... Если что-то личное, не будем спрашивать. Not something for light conversation. Как я справляюсь, по твоему мнению? I must admit, you've been a surprise, and not an unpleasant one. Kindred spirits are few and far between for me. Besides, you saved my life aboard the Nautiloid. How can I do anything but sing your praises? А смотри, ее можно прогнать и в лагере потом взять. Но тут есть... Сколько там? 8 персонажей, по-моему, которые могут тебе в пати зайти. Ты, опять же, можешь еще с другими игроками играть. Даже вот, например, сейчас ко мне кто-то может подконнектиться. Ну, типа, если я открою доступ. Вот. А так там, по-моему, 8 этих персонажей. И, как и в Divinity, можно с собой брать. No harm in a little mystery, don't you think? Загадка должна. Мы вынуждены полагаться друг на друга, а ты это всегда просишь, с кем ты кого знаешь. We've plenty of reason to rely on each other already. You can't confide in just anyone about a monster in your head. Но что, если мне правда хочется узнать тебя получше? Если не хочешь, настаивать я не стану. Shadowhunter одобряет это. Вот видите, уже есть какое-то там это. Так, я хочу поговорить, что с вами происходит. What's on your mind? Как я справляюсь с твоими...
You've been a surprise, and not an unpleasant one. А это я уже спрашивал. Kindred spirits are few and far between for me. Besides, you saved my life. А, да, это я уже спрашивал. Все. How can I do anything? Все, все расспросили. Как отношения с ней посмотреть у нас? Текущий опыт, алхимия, заклинания. What's next, I wonder? А, вот, одобрение, да? Нейтральное отношение персонаж по большому счету не испытывает никакой ни симпатии, ни антипатии. Угу. Так. Вскрыть, да? А чтобы вскрыть, нам нужен, скорее всего, ловкость. Броски инструмента позволяют владельцу скрывать замки путем проверки навыка ловкость рук. При неудачной попытке взлома инструмент ломается. Проворс реакция влияет на эффективность использования фехтования оружия и также влияет на инициативу. А что влияет на взлом? А, вот ловкость рук плюс один. А у меня сколько? У меня тоже плюс один. Это с броском, да. То есть там будет какой-то вариант броска. Но я так понимаю, мы можем обойти это все. Или попробовать скрыть. Да, блин, я не хотел с тобой говорить. Можно попробовать скрыть, либо обойти. То есть у нас будет плюс один к броску, я так понимаю. Мне просто интересно посмотреть, как это работает. Угу. Класс сложности 20. Добавить бонус еще можно как-то. Но мы это не вскроем. Двадцатка, я так понимаю, это максимально, которую можно бросить. И мне нужно бросить 18 или даже 19. Да, мы это не вскроем никак. Ну, типа, надо двадцатку выкинуть. Можете прыгать, чтобы преодолевать препятствия и добираться до трудных мест. Пока куда мы можем прыгнуть? А, мы можем вот здесь забраться. Слушай, вот это интересно. Так, а там мы дальше пройдем, да? А, ну-ка, давай-ка поинтересно вот здесь. Забраться куда-то. Прыжок на какую у нас? На Z. Забавно. Мы типа нашли типа мини-секретку. Кольцо с гранатом. Забавно, он прыгает, конечно. Типа наверх залезли, да? Блин, интересно. Вы накопили достаточно опыта, чтобы получить новый уровень, чтобы повысить... А, там какие-то челы уже.
В смысле, компаньонов одновременно или что ты имеешь в виду? Так, новый уровень. Это что такое? А, я думал, что такое происходит. Фига себе, здоровье почти на два раза увеличилось. Открытая ячейка заклинания. Особенности подкласса. Расход на изучение заклинаний преграждений свитков снижается вдвое. Магический оберег. Остаточная магия от вашего заклинания сплетается в оберег, защищающий вас от урона. Так. А, у нас плюс две ячейки заклинаний. Восприимчивость к урону от падения. Щит. Скорость перемещения. Школа некромантии. Нельзя иметь больше одного стучего времени. Блин, пока не поприменяешь эти заклинания, не поймешь, насколько они тебе нужны. Ледяной нож. Не знаю, давай брызги возьмем и ложную жизнь. Брызги. Что-то масло я там применил, но по идее масло должно нормально работать. Так, а что это за подкласс? А, это специализация. Заклинание преграждений используется для призыва защитников, изгнания врагов и рассеяния магических чар. Используется для защиты себя и союзников. Изучение заклинания преграждений по свиткам обходится вам всего 25 зол за круг заклинания вместо 50. Заклинание эвокации превращает энергию стихии в мощные атаки чар. Адепты данной школы называются эвокаторы. Изучение заклинания эвокации... Ага. Лепка заклинания. Вы можете создавать участки, безопасные эффекты вашего заклинания эвокации. Некромант? Вы идете долины смертной тени, находится там множество друзей. Один раз за ход, если вы убиваете существо заклинанием, восстанавливаете очки здоровья в количестве равному удвоенному кругу использования ячейки заклинания или утроенному, если это заклинание некромантии, не испытаясь на нижние конструкции. Так, воплощение. Призывает дождь, он потушит открытое пламя, образует водную поверхность. Вас заворажит форма и движение, ваш любимый стил ваша призывает существа предметы и перемещать их в пространстве. Изучение заклинания воплощения по свиткам. Ага. Ваша магия влияет на окружение, завораживает их. Ага. Оно не может атаковать гипнотический взгляд. Прорицание. Скажем, вот, бросайте кубик знамения. Взгляд проникает через само время, способен лепить будущее иллюзии. Фокусы. Превращение. При соединении экстрата вы можете получить два алхимических раствора вместо одного, если пройдете проверку медицины. Я на создании персонажа уже, блин, запарился, а тут еще какие-то подклассы поехали. Так, эвокация, по-моему, это как раз магия атакующая, если я правильно понял. Да, эвокация это как раз магия, вот, которая бахает. Некромант, интересно. А что такое преграждение, заклинание? А, преграждение, да. Ну, я не знаю, я хочу, наверное, в фулл мага идти, просто энергию стихий. То есть некромантам интересно тоже, наверное.
Я хочу, типа, таким топорным магом быть, который просто бахает магией. Кстати, ну, школа некромантии — это ядики, вот это все. Школа эвокации, очарование, школа иллюзий, школа некромантии, школа превращения, воплощения. Что думаете, некроманты или чисто бахать огнем и так далее? Да, сейчас эти зелья еще посмотрим. Не знаю, мне хочется, наверное, все-таки... Блин, и некромантам хочется попробовать. Ну, что-то такое ощущение, что вот хочется прям, знаете, мощный огонь, там, мощную молнию долбить. Вот это все такое. Некромантам там вот все будет на ядиках, но некроманты проблемы, если какая-то нежить будет встречаться, с нежитью будут проблемы. Ядами ты ее не замучишь. Остальное как-то вот... А, кстати, а сон с чем у нас связан? Там еще сон был. Где он у нас? Сон — это магия очарования, да? То есть это типа как раз контроль. Контроль. Блин, ну давайте, наверное, топорным магом, который просто будет бахать жестко. Волшебная стрела не нравится, потому что она от силы зависит. Давайте еще молнию возьмем. Это руки вблизи, да, у нас? Школа чернь ФКЗ. Давай ложную жизнь возьмем как доп. Давай эвокация возьмем. Тут, по сути, разница в том, что вы можете создавать участки безопасного эффекта вашего заклинания эвокации. Союзники автоматически проходят испытания и получают урон от них. А у некроманта что там? А, некромант будет лечиться от этого, да? Блин, некромантам тоже интересно. Блин, не знаю, ребят. Некромантам тоже хочется попробовать. Потому что у некроманта всегда что-то интересное. И здесь есть лайфстил вот этот. Остальное, конечно, тоже что-то интересное. Но мне вот... Блин, не знаю. На яде как будем. Давайте некромантом, короче, хочу некромантом. Возьмем тогда вот это. Возьмем некро. Попробуем. Так, тогда уберем, наверное... Ставим некроманские штуки здесь. Давай некро, хочу некро. Будет у нас мрачный жрец. Ну, некр, мне кажется, поинтереснее будет, чем топорный волшебник, потому что у обычного волшебника будет просто огонь, молния, вода, это все комбинируется, а здесь какие-то приколюхи будут. Возможно, какие-то еще темы будут. Давайте, погнали. Некромант. Подкласс некроманта у нас. Блин, а я тут тоже, что ли, выбирать? Блин, ей тоже выбирать надо левел. Какой-то. А здесь ничего не надо выбирать, да? Здесь уже типа все выбрано. Здесь как бы чисто хил. Самое забавное, смотрите, я выбрал некроманта, а у меня есть в пати жрец. И как бы, по сути, когда у тебя есть в пати жрец, зачем тебе некромант с отхилом? Порча. А мы просто левел получили, да? Мы здесь ничего не качаем. Изгнание нежити.
Здесь, по сути, мы можем только заклинание поменять, да? Но это мы можем в любой момент поменять. Хорошо, что не надо ее выбирать. Привет, как игра? Пока что великолепно. Пока что все нравится. Потихонечку ведем. Так, я забрался наверх. Так. Нам вообще вот туда надо наверх, но я хочу еще вот здесь изучить. Must have been here a while. Те, кто играл в Divinity, для них игра зайдет. Ну, кто играл и для них. The sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Поехали, ребят. Что делаем? Если не играл, есть еще аналоги. Аналоги это Divinity, Original Sin, Divinity 2. Neverwinter какие-то там. У вас не появилось, да? Опрос глючит, наверное, или что? Блин, я не знаю, он видимо, не очень хорошо работает. Ну-ка, еще раз. Может, он не на все появляется? Короче, может, просто они не до конца это сделали. Магия сверкает хаотичнее, вихрится на ним, будто что-то не прятаться. Давайте пока отойдем. Я сейчас подумаю насчет этого портала. Сейчас мы немножко тут исследуем. Может, мы что-то найдем, что нам подсказку даст. Череп. Сейчас мы тут все исследуем. Я просто корабль не изучил, потому что я поверху обошел все. Ой-ой-ой, тут бой. Ядрите, критический промах. Шестерка! Ты че, блин? Ядрить. Позиция выше. Так, ну я ж теперь лич. Нормально там бахают они. Мы их обошли. Яд. Ага, это ячейка, которая требует восстановления, да? Один раз до следующего долгого отдыха. Они битые какие-то. Ну, бахнули они нормально мне так. Кстати, урон с левелом что-то не вырос. Так как было 1.10, так и осталось. Кстати, знаете, что надо было в базе, наверное, заклинания поменять какие-то. А я не могу сейчас это сделать. Навыки... Я же, помните, вот эти базовые заклинания расставлял, которые огненный снаряд, ледяной луч, и там какие-то другие еще были. Или я их сейчас уже не могу выбрать, учитывая, что я выбрал другие. Помните, там базовые заклинания были? Да, там резисты можно посмотреть. Вот эти фокусы, я же, помню, их выбирал. Видимо, уже их не поменять. Тогда надо было, наверное, мага все-таки оставлять.
устойчивости нету. Слабость. 6 через ад почти лишила чувства возможности защищаться. Ну, давайте бахнем. Нормально. Да вы чё, охренели? Меня почти ушатали. Так, надо лечиться. Исцеляющее слово. Так, жрец. Исцеление ран. Так. Четыре. Это сильнее, да? Нормально. Так, полечились. А, я не могу больше ничего сделать, да? Действия закончились. То есть практически всегда можно только одно действие сделать. Блин, они как-то жестко бахают. Защитить еще от атак его класс брони на 2. Можно еще похилиться на 4. Жестко они пиздят, конечно. Можно еще броню поднять. Щит веры. Блин, жесткие эти челы. По семерке бахают, вы что, охренели? Промо хорош. Так. То есть, если мы убьем, мы еще ХП восстановим, да? Кстати, можно до долгого отдыха, можно было ложную жизнь и себя накинуть раньше, да? О, ХПшечку восстановили. Хорош. Кстати, надо в упор вставать, а не потому что на расстоянии как-то жестко бахают. Я, наверное, попробую убежать, потому что на этой щиты. Может, они меня не догонят. Критический промах, хорош. Приветствую. Сложность максимальная, стартанул волшебником. Сейчас он в некроманта переквалифицировался. Так, что мы можем бахнуть? Сотрясение, да? Дезориент. Хорошо. Вы чё, охренели? Ты чё такой дэмэдж-то жёсткий? Пипец. То есть в прологе нас, короче, щадили, да, получается? Так, надо как-то бахать этого.
8. А он от отравления сразу умрет или после? Промах. Повезло. Блин, а как отравление работает? Он умрет от отравления сразу в начале хода или сделает ход и умрет? Вот вопрос интересный. Интересно, как это будет работать? Так, а дезориентация что еще дает? Сейчас посмотрим. Дезориент. Получает помеху при испытаниях мудрости, не может выполнять ответные действия, теряет бонус к ловкости класса брони. Получает помеху при бросках проверки характеристики. Блин, а как отравление-то работает? Просто смотри, если сейчас отравление бахнет сразу и он умрет, то нет смысла его бить. Но если оно будет работать... Так, мы лечимся, наверное. А, блин, надо было не лечиться, надо было, наверное, просто ударить. Уже поздно. Ну что, он умер, нет? Да, он сначала бьет, или не, погоди, или не умер. Погоди, отравление не дает, что ли, ничего? А, он просто получает помеху при бросках атаки, проверка характеристик. Погоди, я думал, отравление бахает этой... То есть яд, я думал, яд это типа отравление. Короче, получается, яд не дает урон, что ли? А есть какой-то справочник? Видимо, нет. Короче, он почему-то не добил его. У меня, кстати, ячейка последняя, да? Кислота, по сути. Хроматический шар это, по сути, как луч. Оно, кстати, все на школу эвокации, да? Так. Блин, два чела с единичкой, вы серьезно? Жесть, блин. Еще только можно один удар сделать за ход. А, ваши останавливаемые ресурсы подходят к концу. Устройте долгий привал, чтобы восстановить очки здоровья и прочие ресурсы. Откройте меню отдых, устройте долгий привал. Устройте короткий отдых, чтобы восстановить половину... Блин, дайте дочитать там. Где там обучение? Сейчас всякое... В журнале, по-моему, обучение. Вы можете устроить короткий привал, чтобы восстановить половину очков здоровья и спасти находящийся при смерти персонажа. Некоторые классы во время короткого отдыха также установят ресурс, причитывают... Ага. Дочь тьмы. Мы выяснили, что Shadowheart направляется в врата Балдора по заданию своей богини. Что это задание? Нет, к нам приснился Полифик. Ага. Так. То есть нам надо привал устроить. Блин, ну эти челы с мозгом, конечно, жесткие. Мозжечок. Эликсир психических устройств. Смешать 3 таких рыжи, чтобы получать суспензию. Что-то холодно, надо окно прикрыть. Ой, блин, дико интересная игра.
кто там думает покупать или нет, ну, если вам такой жанр нравится, D&D вот это такое вот, возиться во всем этом, ну, естественно, берите. Тем более игра стоит 2000, ну, вообще ни о чем. Так, долгий отдых, да? Включить, похоже. Меню лагеря отдыха. Дважды в день вы можете установить 50% очков здоровья. А еще припасы будут тратиться. Есть какой-то еще лагерь. А где у нас припасы вообще? Что такое припасы? А, сумка с припасами, вот она. А, то есть мы собираем... То есть рыба, там яблоки, это все припасы. Ну, нам надо восстанавливать. Колдунов оставляют с ячейки заклинаний. А, то есть смотри, я колдуном, волшебником. Хотя нет, погоди, я же не колдун, а волшебник. Давай долгий. Так, а где это мы вообще? Лагерная стоянка. В лагерь вы можете устроить долгий привал, полностью исцелить отряд. Отряд развивает отношения с товарищем, хранит предметы, со временем меняет свой персонаж. Ага. Фига себе. Карта избежит побережья мечей. А как мы так лагерь... мы же еще никуда не добрались, а уже лагерь сделали. А мы вернемся на прежнее место или как? Лагерный сундук. Это что, это этот, что ли, как это? Донатные припасы мне тут дали. Смешанный кофе. Паэлья. Это что, все донатное? Главора. Легендарная маска. Какие-то донатные штуки. Wish I had a bag of holding. You strike me as the reliable sort. But are you sure this is a good idea? Не ворчи, нам нужен отдых. Fine, but not for too long. Each hour that passes, the thing inside us grows. Короче, мы проверили то, что яд не убивает и не дает вообще дэмэджа. Прямо сейчас он, тварь, внутри нас растет, нам надо целителя, предлагаю встать с рассветом. Maybe, but we might get lucky. We're overdue some good fortune. Rest well. We'll need our strength. Mm-hmm. Вот донатные припасы берем. Или они типа. Они отсюда будут, интересно, использоваться? И как это работает? А, нет. Короче, донатные хрени. Пускай тут лежат тогда. Вот они вес, наверное, берут.
Что у нас тут вообще в лагере-то есть? План вторжения, сундук, разговоры. Кровать есть. Взяли. Ладно, пойдем отдыхать и дальше. Интересно, что там дальше по сюжету. А, вот долгий отдых. Используйте необходимое количество припасов, чтобы полностью отдохнуть. Снизьте очки здоровья и чеки изгнания. Возможно, короткий отдых вообще не используется припасом. Ну, заодно проверили, что это вообще делает. Блин, ну там реально жесткие эти мозги. Так, сосредоточиться, главное избавиться от паразита. Мне нужно научить контролировать личинку, это опасность. Угу. Давайте попробуем с интеллектом. Класс сложности 5. А что значит добавить бонус? Ага. Я плюс один еще получаю. Ну, мне надо 5 выкинуть, у меня уже плюс 3 есть. А как это работает? Я типа всегда могу это наставление юзать или типа определенно только? 13. Изи. Baldur's Gate feels almost like a dream after everything that has happened to you. Yet it is a dream of hope. You may be countless miles away, but it isn't an impossible journey. You will see those gates again. That promise sinks deep into your heart as your eyes drift shut. А, и нам, видимо, отсюда надо просто телепорт сделать. Вот это, да? Something the matter. Так. Уйти из лагеря. И мы на том же месте, да? Ну, все. Окей. Прикольно, он телепорт делает. Можно было, кстати, с зельями лечения, наверное, как-то отковыряться. Просто я хотел ячейки восстановить. Мы, конечно, припасов дохренища потратили, ну ничего. Я думаю, тут с ресурсами все нормально будет. Просто знаете, вы, вот когда есть в чате такие, которые играют в подобные игры, и они все время жадничают с ресурсами, типа, ну, на потом оставлю вот эти зелья, на потом и вот это оставлю. И потом, короче, ходишь, а у тебя в середине игры просто весь сундук, весь инвентарь, короче, в каких-то зельях. Так, рапира, кинжал. Я вот один из таких, который, типа, экономит ресурсы, и в итоге ты потом под конец игры, у тебя там 1000 этих ресурсов. Масло грозы волшебницы. Цель чинный уходок, получаешь штраф. Блин, слушай, ну первый файт не прологовский, блин, мне пиздюлей нормально так далее. То есть просто три вот этих штуки меня тут раскидало.
Так, все, мы вот здесь обошли, то есть вот сюда давай. Вы наступили на поверхность, которая может стать опасной под воздействием таких стихий, как огонь или молния, потому что эту поверхность можно смыть водой. Угу. Так, а я здесь вроде был, нет? Или это другое место? Нет, это другое место. Надо Арчиху еще найти. Короче, ну типа экономить ресурсы какой-то в таких играх не надо. Типа, юзайте и нормально. Потому что их обычно много достаточно. Заперто. Да-да. Класс сложности 5. И у нас суммарный бонус, да? Цель получает бонус плюс 1 D4 к проверкам характеристик. Ходов 10. Что такое D4? Типа от 1 до 4 или как это работает? Ну, здесь сложность 5, я думаю, я и без этого. Просто вот это, наверное, типа... Оно потратит какое-то действие или что это? Как это работает? То есть сколько я могу это раз в день сделать? Здесь мы и так, наверное, выкинем. У нас, типа, есть плюс один бонус. Но не можем же мы выкинуть 3 здесь. Давайте проверим, как вот это наставление работает. Мне интересно. Мы 20 выкинули, что? Критический успех. 20-ку выкинул сюда. При проверке навыка вы бросили 20 критических, то есть вы гарантированно проходите проверку. Понятно. Шлем кожаный. Так, а что с ней стало? То есть я вот это наставление сделал. А, его может, по ходу дела, каждый раз наставление юзать. Потому что, ну, типа, ничего не изменилось у нас. То есть она просто в пати есть, и мы можем наставлять. Так, а что там у нас? Какая-то шапка, да, на ловкость? Кровать. Сюда. Блин, куча какой-то хрени непонятной в инвентаре. Так. А, вот наставление закончилось. Ну-ка, там что-то изменилось? Нет. Короче, она может, типа, поддерживать тебя в этих штуках. Блин, а я не могу сейчас эти фокусы поменять, да, на некроманские? Вот эти базовые фокусы. Потому что там другие заклинания было. Надо бы взять какие-то с некромантией связанные. Блин, видимо, потом придется где-то менять их. Ну, я думал, что я не буду некромантом играть. Ну, ладно. Так. Природа успех был. Так.
Что мне с ним сделать нужно? Потерянный камень. Эта штука тратится, но я не вижу, что здесь потрачено было. Она ничего тут не настанет. Ячейки заклинаний тратятся, а это вроде нет. По крайней мере, непонятно. Так. Отпихнуть. 60%. Never a dull moment. То есть с камнем что-то не так. Don't waste a step. Кто-то орёт. Может попробовать его отпихнуть? Да нет. Отпихнуть в, да? Объект такого веса нельзя толкнуть. Она может, кстати, его толкнуть. Там кто-то просит помощи. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Something the matter. Да нет, погоди. Я пытаюсь понять, что можно с камнем сделать. А, во! Я его теперь могу двигать. О! Там какая-то штука. Короче, да, здесь нужно его отпихнуть. Было. То есть я своим магом не мог, видимо, у меня силы не хватало. А у нее силы хватило. Сколько у нее силы, кстати? 13. Видимо, отпихнуть влияет на силу. И теперь мы можем какой-то сундучок взять там. Ебать! Карта какая-то. Рубин. Блокнот. Собрание отчета, скрепление печати с лунной арфой, что сейчас обнаружили богохульные действия среди местной секты. Эта грязная и исчерпанная карта прошла через множество рук. Область под названием Лунные башни помечена маленькой арфой. А лес поблизости знаком знаком полумесяца. Под полумесяц свежая надпись «Тайник». Да. Так, кто там орёт-то, блин? Я сюда здесь не запрыгнул, да? Куда майорет-то, я не пойму. Там что ли наверху? Так, нашли секреточку. А, вот какой-то хуй тут. А, это вампиры, кажется. Так, тут исследовали. Я как бы исследователь. Мне надо всякие кусты полазить, посмотреть. I've got one of those
brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Что-то вампир какой-то подозрительный. Ну ладно, мы же сильные. There. Can you see it? Мне кажется, он меня разводит. Сейчас он меня пнет. Я прям подозревал. Not a sound. Not if you want to keep that darling neck of yours. And you, keep your distance. No need for this to get messy. I need him alive. Stow that blade, or I'll show you just how messy things can get. Promises, повелся я на этого вампирюгу. I have other business, I'm afraid. Now, I saw you on the ship, didn't I? Nod. Splendid. And now you're going to tell me exactly what you and those tentacled freaks did to me. Ты все перепутал, меня не взяли в плен так же, как и тебя. Don't lie to me. I... Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? У вас опросы-то появляются? Или он так и багает, то появляется, то нет? Видимо, интеграция Твича, она не совсем работает. То есть иногда появляется, иногда нет. Так, ну тут... Атака ближнего пришествия, заклинание фокус, чтобы обжечь его руку. Мне надоело то, что он меня перед горлом держит. 14 надо выбить. Охренеть. Багаются опросы, да? Ну, видимо, плохо работает все-таки. Нормально. Сюда бонус. I saw into your mind. They took you. Just the same as me. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Но он развел меня вначале нормально. По-моему, одних извинений недостаточно. Indeed we are. Please, allow me to introduce myself. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me.
Представиться, ты ведь тоже родом из Вратбаллера. Представить, поведать свою историю. Is that so? We clearly move in different circles. Сразу видно вампиры, они все такие пафосные. Do you know anything about these worms? Я знаю, что такая дрянь ни к чему, но... Of that much we can be certain. These worms are already affecting me. I can feel it. Now, what to do about it? Эти червяки уже пытаются меня влиять, честно. Ага, у тебя есть план, может для начала объединить усилия, по-моему, так у нас больше шансов. Не пора идти, не скучай, дохнуть. Можно его в патику взять, заодно посмотреть, что он умеет. You know, I was ready to go this alone. But maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. All right. I accept. Lead on. Белокурый эльф. Ваш отряд отображается сбоку экрана, на портрет показывает здоровье, состояние вашего персонажа. Хотите разделить отряд, подтащить портрет друг от друга. Кто он у нас? Плут. О, у него 17 ловкости, можно замки вскрывать. Кинжал. Новый уровень. Хорошо, что им не надо там дополнительные какие-то фишки качать. Что там, зависло все? Так. Блин, у меня игра, походу, зависла. Лол. Первая багуля в игре. Да, походу, дело забагало. Но я еще подожду. Ну, там автосохранение, надеюсь, не... Было быстрое. Да, забагала игра. Надеюсь, автосохранение недавно было. Ну, бывает. Так. Пускаем. Так. Играть. Лурки, гномы, тифлинки на ночном зрении, позволяющим видеть в темноте. Пассивные проверки могут обнаружить сокрытые детали окружающего мира. Внимательно следуй все вокруг, чтобы открыть новые тайны. Угу. Вот как раз я камень нашел. Блин, а сохранение когда было? Я чуть не обращал внимания по поводу сохранения. Надеюсь, у меня не... Продолжить. 1:03. Блин, это 20 минут назад? Серьезно? Блин, надо будет самому сохраниться, чтобы как-то... Не знаю, почему забагала игра. Может, ну, либо багуля, либо у меня, может, компик что-то это подвис.
Так-то вроде игра нормально идет, плавно. Речь у нас в лагере, наверное, сохранение произошло. Да. One day I'll catch a break. Блин. Ну ничего. То есть было автосохранение после этого. Блин, опять тут все собирать, короче. Something good here. I hope. Let's have a look. Я все собрал, да? Так, так. Might be useful. Красивая игра, конечно, сделана. Сюда. Так. А, видите, смотри, у нее природа была норм, успех, а у меня провал. А от чего это зависит? У нее, видимо, какая-то характеристика. А, нет, у нее природа 0, и у меня тоже 0, да? А, нет, у меня плюс 3 природа. Странно. Как с этим между ними переключаться быстро? Непонятно, да? Блин, а как... А где там сундук-то? Куда-то я не туда его откинул. Такое-то. А как я в прошлый раз его оттолкнул, что там сундучок появился? Я даже не помню, под каким я радиусом убил. Может, наоборот, оттуда? А, не, я его отодвинул уже. Точно, я же забыл, я же его отодвигал. Ну, погоди, что-то не получается. Во. Что такое?
Отлично. Короче, кстати, я так и не понял, зачем я его толкал. Его толкать-то и не надо было. На самом деле-то. Его надо было просто отодвинуть. Так, это мы читали, там карта какая-то, да? Все, зачем? Сейчас, хелп, хелп. Так, F5 работает? Да. Ну что, сейчас другой выбор сделаем. Типа, сам посмотри. Ну, заодно посмотрим, какая реакция будет. Сам давай. I was hoping for a kind soul. Well, not to worry. А, он в любом случае меня по... Not a word. And так, ну это было, да? Now, I uh-huh. And now you're going to tell me exactly what you and those tentacled freaks did to me. I'm not here for games. Your mind twist. You try to... Тут видите, даже выбор особо не важен. What's going on? О, три! Блин, а в прошлый раз я там 15 выкинул или типа того. Жесть. A fine effort, but I've seen it all. I was walking this land whilst your ancestors were learning to crawl. Now tell me, what just happened? What was that? It sounds like you saw a glimpse of my... Так, ну это мы все видели, 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 да. All over the dirt anyway, but for now. Indeed. My name's Astarion. My, my. So, did you learn anything about these... Turn us into... Although, it hasn't happened, you know. And all right. Так, отлично. Так, надеюсь, сейчас ничего не забагает. Не могу левел качнуть. Тут, короче, когда ты левел качаешь, тебя переносят в создание персонажа, и здесь как-то по-другому все происходит. Ну, все нормально. Видимо, что-то у меня забагало. Так, так, он у нас плут, у него на ловкость, кстати, расчет, да, жесткий. Можно тогда ему шапку на ловкость отдать. Нет, не ей. А, вот здесь, кстати, перемещение, да? At least things have stayed interesting. Так, а что, кстати, по поводу мечей? Он у нас с кинжалом бегает. Есть как? Кинжал 2-5. Можно, кстати, второй кинжал поставить, да? Атака оружием второй руки. Если не отключен этот параметр, вы автоматически будете тратить боевое действие на атаку оружием второй руке, когда используется два оружия. Интересно, как это работает. Какой-то кинжал слабый, да? По сравнению с этим. Так, лук у него...